Всем привет, ребята, и сегодня я вам расскажу про наборы, которые не рассказал в прошлом видео по Ниндзяго. Но если ты хочешь узнать об этих наборах, то ставь лайк и подписывайся на мой канал с колокольчиком. Что ж, сейчас я вам о них расскажу. Всем приятного просмотра. Набор 718-10 «Молодой дракон Раю». Будет стоить $16. Точного изображения этого набора неизвестно. Набор 718-11 «Внедорожные багги Ниндзя Арена». Будет стоить $50. Точное изображение неизвестно. Набор 718-12 «Альпинистский робот Ниндзя Кая». Будет стоить $70. Точного изображения нету. 718-13 «Теневой Дадзё». Будет стоить от 100 долларов до... непонятно докуда. Но точно будет стоить больше $100. Точного изображения неизвестно. Номер 718-19 «Каменное святилище дракона». Будет стоить от 120 до $140. Изображения нету. На этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео по Ниндзяго. Ну а также подписывайтесь в мой телеграм-канал, там есть много чего интересного. Что ж, с вами был Феликс, и всем пока-пока.